Здравствуй, уважаемый зритель. Меня зовут Краснов Эдуард Владимирович. Я являюсь кандидатом юридических наук, старшим преподавателем кафедры теории истории государства и права юридического факультета Казанского Приволжского федерального университета. И сегодня я хотел бы с вами поговорить на такую тему, как «Правовое государство – это миф или реальность?». Мне эта тема очень близка, поскольку я писал диссертацию, да, на соискание ученой степени кандидата юридических наук, и тема моей работы как раз-таки была связана с правовым государством. Ну и я думаю, эта тема волнует многих не только, да, в сфере юриспруденции, но и вообще, да, граждан, людей, которые у нас проживают на территории страны. Давайте сегодня остановимся на ней более подробно. Какие вопросы сегодня хотелось бы осветить? Ну, прежде всего, конечно, давайте поговорим о том, что какую роль занимает вообще Конституция Российской Федерации в жизни общества. Ведь именно в ней, в статье 1, указывается, что Российская Федерация есть правовое государство. Я считаю, что данный документ не просто имеет большую юридическую ценность, он собирает и философские, морально-нравственные начала, качества. И, конечно, упоминание сразу в первой же статье о правовом государстве имеет далеко идущие последствия. То есть все основные положения и Конституции, и других законов, они как раз-таки и опираются на данный постулат. То есть тезис, который был сформулирован еще в XVIII веке французскими просветителями, учеными, теперь приобрел у нас и юридическое значение, да, основополагающее значение. Также, конечно, хотелось бы поговорить о том, что как в Конституции отражены вообще основные принципы правового государства и гражданского общества, поскольку всегда в паре с правовым государством мы используем термин «гражданское общество». То есть неразрывно связаны у нас эти явления, как государство существует и не может быть без людей, так и общество нуждается, да, в органах управления, которые направляют, да, дальнейшее воздействие. Конечно, хочется также сказать, что у правового государства есть принципы, и сегодня мы также затронем речь о том, что как реализуются эти принципы у нас на практике. Мешает ли что-то их воплощению, да, в жизнь, какие-то есть ли подводные камни, течения и так далее. И, конечно, поговорим о том, что какие меры необходимо предпринять, что необходимо сделать для создания правового государства и гражданского общества. Ну, а начать, наверное, свое выступление я хотел бы с небольшой притчи. В одном древнем государстве мудрого царя спросили, что нужно для того, чтобы в обществе было благополучие, то есть какие законы нужно принять. На это данный государь ответил следующим образом. Всего должно быть 3 закона. Первый закон должен гласить о следующем, что серпы и мечи должны сверкать, как зеркало. Во-вторых, он сказал, что дорога к суду должна быть покрыта зеленой травой. И третий постулат, озвученный государем, говорил о том, что пороги божьих храмов должны быть истертыми. Давайте тоже порассуждаем, можно ли согласиться с данными положениями. На мой взгляд, несмотря на такую формулировку, довольно, скажем так, абстрактно-фигуральную, она имеет большое значение. Объясню по следующим причинам. Один из ключевых принципов правового государства – это, конечно, у нас независимость властей, и в том числе судебной ветви власти. То есть, когда у людей возникают какие-то проблемы, сложности, ситуации, которые требуют помощи со стороны государства, конечно, чаще всего люди обращаются в суд, да, за защитой своих прав. И поэтому от того, насколько эффективно будет работать суд, насколько замотивированы будут судьи, чтобы качественно выполнять свои функции. От этого будет во многом зависеть и успех, и благополучие конкретного человека, но и общества в целом. Второй интересный постулат, да, который здесь говорил о том, что у нас и серпы, и мечи должны тоже как раз-таки быть на охране государства, я связываю с наличием, конечно, вооруженных сил. Дело в том, что для суверенитета, независимости государства, для того, чтобы как раз-таки защищались наши права, нужно здесь создать
определенную систему, да, органов, в том числе и правоохранительных, и военных, которые бы защищали наши с вами права. Ну и, конечно, третье упоминание у нас очень интересное про пороги Божьих храмов. Но здесь, скорее, несмотря на светский характер нашего государства, я хотел бы сказать, что в любом государстве, а тем более в правом, должны быть какие-то культурно-нравственные ценности. То есть не обязательно государство должно у нас быть теократическим, да, религиозным, но какие-то духовные ценности должны быть поддержаны. И мы видим на примере последних лет, что в этом направлении ведется активная работа. Ну, можно вспомнить и указ президента о сохранении духовно-нравственных ценностей, поправки Конституции 2020 года, которые тоже во многом закрепили у нас такие постулаты, как семья, да, которая находится у нас под защитой государства, материнство, отцовство и детство. То есть я считаю, вот эти три, несмотря на то, что носящих фигуральный характер выражения, имеют под собой и юридическое основание. И применимы не только для древнего государства, но даже для современного, да, в том числе российского государства. Конечно, следует еще и сказать следующий аспект. Какую роль вообще в нашем государстве сейчас имеет Конституция Российской Федерации? Наверное, на этот вопрос многие дали бы определенный ответ, но я хотел бы привести здесь позицию главы государства, нашего уважаемого президента Владимира Владимировича Путина, а именно он сказал следующую фразу, что важнейшая роль Конституции заключается в становлении демократии и правового государства, в избавлении от правового нигилизма и расширении прав и свобод граждан, в обеспечении социальной гарантии как основы для процветания общества в целом и каждого человека по отдельности. Трудно здесь, наверное, что-то добавить, но хотелось бы сказать, что в данном, опять-таки, выражении, если мы его поделим на составные части, мы можем выделить основные ключевые точки. Не случайно здесь упоминаются такие явления, как правовой нигилизм. Дело в том, что есть законы, а есть отношение к ним, да, со стороны людей. То есть бывают такие в жизни ситуации, что человеку не нравятся, да, законы, которые есть, не нравится власть, но он все равно там платит налоги, да, потому что боится, чтобы его накажут. На мой взгляд, конечно, здесь наблюдается явная ситуация некого абсентеизма, да, то есть равнодушие к тому, что происходит в государстве, в обществе. Ну или недавние примеры, связанные у нас с выборами, да, в том числе президентскими, когда были такие ситуации, что люди приходили на избирательный участок и специально приводили у нас негодность избирательной бюллетени. То есть тоже интересный был кейс. С одной стороны, человек реализует свое право, да, на голосование. Привлечь к ответственности здесь трудно, поскольку голосование носит у нас тайный характер, но при этом, получается, человек, на мой взгляд, конечно, злоупотребляет своим правом. Все-таки выборы существуют для того, чтобы отдать свой голос, а не для того, чтобы какими-то действиями, да, инсинуациями здесь подвергнуть их сомнению. Поэтому, насколько ты относишься к праву адекватно, во многом это тоже отражает состояние дел в обществе, да, то есть режим законности. Но здесь, наверное, хотел бы сказать, что не только правовой нигилизм – это плохо, то есть негативное отношение к праву, которое может привести к анархии, но и обратная сторона медали, то есть правовой идеализм. От того, что ты любишь право, считаешь его, что оно возможно в состоянии справиться со всеми жизненными сгодами, тоже не всегда будет зависеть итоговый успех. Дело в том, что наряду с правом у нас существуют и другие социальные нормы. И хотелось бы здесь отметить, да, что не случайно мы ведь выделяем до сих пор и придерживаемся норм морали, норм религии, этикета, традиций. Если мы все сферы жизнедеятельности общества будем подвергать праву, как, допустим, личную жизнь, да, между людьми, там, отношения дружбы, любви и так далее, то, конечно, они потеряют определенную романтику. Поэтому излишне идеализировать право тоже не стоит. Нужно, на мой взгляд, относиться к нему максимально адекватно. И, наверное, такую теорию, такую версию я бы назвал как правовой реализм. То есть адекватное восприятие права у нас и так далее. Ну и, конечно, здесь было правильно отмечено о расширении прав и свобод человека и гражданина. Если мы откроем с вами Конституцию, то целая глава посвящена данному блоку. То есть во второй главе так и сказано «права и свободы человека и гражданина». И я бы хотел бы отметить, что, конечно, именно от их закрепления, от их реализации во многом зависит и успех. Да, не только общество, государство, но и личное благополучие каждого человека. Это, конечно, тоже у нас нужно учитывать.
Также, конечно, давайте ответим на вопрос, как вообще в Конституции Российской Федерации отражены принципы правового государства и гражданского общества? Здесь, конечно, хотелось бы тоже заострить свое внимание на нескольких аспектах. Дело в том, что сам термин по себе «правовое государство» без наполнения, без какого-либо содержания, он, конечно, лишен смысла. И принципы — это те руководящие начала и идеи, которыми пронизано правовое государство. Разные ученые выделяют, кто-то там 10, кто-то 15 принципов правового государства, но я остановлюсь на нескольких. На мой взгляд, конечно, в первую очередь нужно выделить принцип верховенства права. Смысл его заключается в том, что, как уже было отмечено, существуют разные социальные нормы и регуляторы, но именно право все-таки доказало свою наибольшую эффективность. То есть, если у человека существуют какие-то сложности жизненной ситуации, конечно, всегда есть возможность разрешить их путем использования диалога и так далее. Но в жизни также бывают и обратные моменты, когда стороны не готовы идти на компромисс, уступки. И поэтому, конечно, здесь уже ты обращаешься за помощью государству, да, государственным органам. И именно этим и объясняется, да, вот необходимость выделения такого компонента. То есть верховенство права обеспечивает его эффективность, а также говорит о том, что все люди должны соблюдать, да, нормы права, нормы закона, вне зависимости их отношения. Конечно, стоит отметить и принцип разделения властей. То есть власть не должна быть сосредоточена только в одних руках. У нас как минимум существует деление на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. Между ними должна находиться тесная синергия, то есть взаимодействие. И, наверное, стоит еще подчеркнуть, что должна существовать и система сдержек и противовесов. То есть каждая из ветвей власти должна не просто оказывать воздействие друг на друга, но и таким образом избегать у нас необходимости каких-либо конфликтов, да, в законодательной почве, в законодательной сфере и так далее. Это, конечно, на мой взгляд, тоже является очень важным. Ну и, конечно, давайте поговорим об отличительных признаках, да, правового государства. Признаки, чем отличаются от принципов, они скорее выражают у нас какие-то характерные черты. То есть принцип — это скорее идеи, то есть некий такой идеал. А признаки говорят у нас скорее о каких-то насущных, да, как раз-таки моментах. И, собственно говоря, наверное, можно выделить парочку из них. То есть верховенство закона, реальность прав и свобод личности. Под реальностью здесь понимается их не только постулирование, собственно говоря, на бумаге, да, в юридическом документе, но и возможность их фактической реализации. Собственно говоря, таких примеров тоже у нас существует большое количество, когда реализация прав и свобод у нас, с одной стороны, под влиянием внешних каких-то субъективных факторов не находит своего выражения, но, тем не менее, государственные органы должны все-таки брать на себя гарантии, да, по их исполнению и так далее. Конечно, хочется сказать, что в современном мире должна существовать взаимная ответственность государства и личности. То есть этот механизм работает таким образом, что изначально, появляясь на свет, государство берет на себя обязательства по содержанию человека, по его во многом воспитанию, созданию условий. Но достигая возраста совершеннолетия, и человек берет на себя некие обязательства уже по отношению к государству. То есть я бы сказал, что это дорога с двухсторонним движением, когда обе стороны обязаны что-то и совершить по отношению друг к другу, да, и, собственно говоря, они также имеют и право требовать, да, каких-либо действий. То есть это тоже очень важный элемент. Конечно, как уже было сказано, должно присутствовать и разделение властей на законодательную, исполнительную, судебную ветви власти. В современном мире кто-то пытается выделить и другие ветви власти, к примеру, правоохранительную, но общий смысл он понятен. То есть должны быть разные сферы, и власть не должна быть узурпирована, да, только в их определенных руках. Ну и, конечно, должны существовать эффективные формы контроля. И вот под эффективные формы контроля я понимаю не только государственные органы, но как раз-таки гражданское общество. Гражданское общество, которое, по сути, является неким внешним таким контролером, где собраны наиболее инициативные граждане, которые следят, чтобы государство не злоупотребляло своими полномочиями. Власть, к сожалению, носит притягательный характер, и бывают ситуации, когда человеку может уже просто понравиться, да, здесь совершать какие-то действия не в интересах общества, а своих личных. Вот гражданское общество и будет являться тем барометром внешним, который дает здесь тоже определенную оценку со стороны людей, которые и сформировали эти органы. Как вообще реализуются принципы правового государства в России?
что мешает их реализации и каковы же пути формирования правового государства. Ну, здесь, наверное, хотел бы сказать, что всегда мы выделяем комплекс причин, то есть, которые могут носить и объективный фактор, и субъективный. Конечно, субъективный фактор — это произвол, да, определенных у нас госслужащих. Это, можно также сказать, и ряд других вещей, тот же самый нигилизм, да, со стороны людей, которые, возможно, и не хотят реализовывать, да, у нас те или иные нормы, исполнять их и так далее. Но, конечно, есть и более крупные объективные причины, то есть, которые связаны с какой-то материальной, да, ситуации, которые связаны вообще с совокупностью, эффективностью самих норм, их количеством и так далее. И здесь, на мой взгляд, наверное, нужно понимать, что и государственные органы должны качественно выполнять свою деятельность, но при этом, наверное, все-таки нужно еще учитывать и потребности населения, то есть должен находиться еще и непостоянный диалог между органами власти и, собственно говоря, у нас физическими лицами. Конечно, стоит сказать о том, что просто постулирование правового государства в Конституции не приводит к его созданию. То есть правовое государство должно формироваться и должно формироваться путем улучшения законодательной базы. Улучшение у нас как раз-таки, я думаю, и жизни людей, да, прежде всего, и взаимодействие органов власти между собой, в том числе повышение уровня правосознания, которое тоже имеет у нас важный смысл, важные как раз-таки здесь постулаты, необходимые в том числе для развития правового государства. Конечно, стоит сказать о том, что существует несколько путей формирования правового государства, и давайте на нескольких тезисах здесь остановимся. Конечно, я хотел бы сказать о том, что в правовом государстве закон должен как раз-таки стать универсальным средством, да, которое бы удовлетворяло интересы максимально большего количества сторон, если не всех. Конечно, всегда будут люди, которые, к сожалению, будут нарушать нормы права, да, то есть правонарушители, но законы и должны снизить их пагубное влияние, и законы должны формировать в том числе нетерпимость к противоправным деяниям со стороны людей. Это очень важный как раз-таки постулат, ведь от доверия к законам во многом зависит и природа поведения людей. Конечно, стоит также сказать о том, что к формированию правового государства должно привести и некое состояние жизнедеятельности общества, при котором, опять-таки, будет высокий и уровень правосознания, и правовой культуры. Здесь должны предприниматься комплекс мер, и вот радует, что государство как раз-таки здесь обеспокоено этим, и у нас, можно сказать, это процесс формирования правовой культуры теперь носит непрерывный характер. К примеру, студенты, поступая в университет, знакомятся с таким замечательным предметом, как основа российской государственности, которая помогает им получить представление о Российской Федерации с точки зрения политической, философской, да, о нашей жизнедеятельности, состоянии общества, да, и так далее. Конечно, это тоже важный фактор, который нужно учитывать, то есть уровень развития правовой культуры. Ну и, конечно, нельзя обойтись и о том, что правоохранительные органы, которые существуют в государстве, должны быть эффективным способом разрешения, да, у нас противоречий, конфликтов. Опять-таки, в совокупности элементов это должно привести к тому, что и люди будут стараться доверять правоохранительным органам, но и сами правоохранительные органы будут иметь стимулы для того, чтобы эффективно выполнять, да, возложенные на них обязательства. И вот, опять-таки, такое взаимное доверие, взаимоэффективность, она и приведет к тому, что в обществе будет снижаться уровень преступности, действий, которые направлены здесь на какое-то девиантное поведение. И, конечно, стоит еще и сказать о таком важном факторе, как децентрализация управления. То есть здесь мы говорим о том, что в условиях федеративного государства власть не только не должна быть сосредоточена в одних руках, но и нужно здесь стараться давать полномочия и субъектам. И здесь, конечно, показал опыт 2020 года, связанный с пандемией, да, COVID-19, когда субъекты сами могли решать, какие ограничения в каком объеме будет вводиться. То есть децентрализация, она не должна привести к тому, что возникнут какие-то сепаратистские настроения, да, у нас в обществе, но при этом это позволяет как раз-таки показать и эффективность власти на местах. Тоже очень важный принцип, который характерен просто для многонационального, да, государства, в котором такое количество у нас культур, религий, да, население.
Что еще необходимо сделать, опять-таки, для создания правового государства и гражданского общества? Приведу, опять-таки, цитату Владимира Владимировича Путина. Он сказал следующим образом, что нужно настроить механизм политической системы таким образом, чтобы она своевременно улавливала и отражала интересы большинства социальных групп и обеспечила бы публичное согласование их интересов. И здесь я хотел бы отметить, что этот тезис, он получил свое развитие в Конституции. В 2020 году у нас был сформулирован термин «публичная власть», который означает взаимодействие не только федеральной власти и субъектов, но еще и вовлечение сюда местных органов самоуправления. Публичный характер, в том числе по отношению к власти, он и показывает, что не просто органы занимаются каждый своими вещами, но они находятся между собой в непосредственном взаимодействии, то есть они непосредственно между собой коммуницируют, дают какие-то предложения, да, поправки и так далее. И это очень тоже важный критерий, который нужно учитывать. Ну и, конечно, еще можно привести пример у нас и других ученых, допустим, Томаса Пейна. Он говорил такую неординарную фразу, да, что гражданское общество — это благо, государство — неизбежное зло. И чем совершеннее гражданское общество, тем менее оно нуждается в регулировании со стороны государства. С одной стороны, можно согласиться, нужно учитывать контекст, да, 18 века, когда это говорилось, но, как еще раз подчеркну, в современном мире, наверное, все-таки не стоит противопоставлять между собой правовое государство и гражданское общество, то есть, на мой взгляд, одно без другого существовать не может, и делать такие выводы о том, что есть благо, что есть зло, на самом деле, я думаю, не совсем уместно. Опять-таки, мы говорим об уровне правосознания, правокультуры, то есть, если воспринимать власть как неизбежное зло, вряд ли это поможет повысить какой-то уровень доверия к ней. И, конечно, опять-таки нужно сказать, что для формирования гражданского общества, как и для правового государства, требуется комплекс мероприятий, они тоже существуют, то есть нужно поддерживать многообразие форм собственности, нужно отдавать приоритет права, да, у нас, создавать плюрализм, то есть обилие мнений в обществе, и преодолевать конфронтацию, да, гражданской и политической культуры. Ну и, конечно, стоит сказать о том, что и мораль у нас и должна прививаться и через молодежь. Мы уже говорили об этом, что сейчас существует комплекс эффективных факторов, которые нужно учитывать. Но и закончить я хотел бы тоже еще одной притчей, то есть с чего мы начали, тем мы и завершим. В старинном городе, да, жил-был мастер, который был окружен учениками. И одному ученику в голову пришла такая идея. Есть ли вещь на свете, которую не знает у нас мастер? То есть не сможет дать ответ. Он пошел на цветущий луг, взял бабочку, положил ее в свои руки и подошел к мастеру, спросив: «Скажи, мастер, вот бабочка, которая у меня сейчас в руках, она мертвая или живая?» Мастер посмотрел на него и ответил следующим образом, что «все в твоих руках». То есть, по сути, смысл в том, что мы сами кузнецы своего счастья, и поэтому от того, насколько эффективно мы будем работать и создавать у нас условия, будет зависеть и успех правового государства и гражданского общества. Благодарю за внимание. Хотел бы пожелать нам с вами дальнейших успехов в становлении правового государства. Это действительно не просто важно, это, я считаю, еще и здорово, это на самом деле даже воодушевляет, заряжает энергией позитивной. Поэтому надеюсь, что мы с вами на верном пути, и в дальнейшем все у нас сложится.